Здравствуйте, сегодня 29 января, в эфире новости от Maxi Markets в этом выпуске. Прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий, видеоуроки от опыта для опытных и начинающих трейдеров. И в начале о главных экономических новостях четверга. Япония представит декабрьские изменения объема розничной торговли. Германия отчитается по трудовым показателям, включая ноябрьские данные по количеству безработных и уровню безработицы. Предыдущий показатель 6,5%. Будет также опубликован предварительный индекс потребительских цен за январь. Еврозона представит декабрьские данные по объему кредитования частного сектора, а также индикатор потребительской и экономической уверенности в промышленном секторе и секторе услуг за январь. Великобритания отчитается по объему розничных продаж от Конфедерации британских промышленников, а в американской статистике будут опубликованы еженедельные данные по количеству первичных обращений и повторных заявок за пособиями по безработице и динамика объемов незавершенных сделок по продаже жилья. Внимание рынка на вчерашних торгах концентрировалось на предстоящем во второй половине дня оглашении итогов заседания ФРС США. Неопределенность позиции комитета по началу процесса повышения ставок в условиях замедляющихся в последнее время темпов восстановления экономики США и ослабления монетарной политики почти всех ведущих центробанков мира способствовала снижению торговой активности, фиксации прибыли и частичному закрытию сделок на покупку и продажу американской валюты. Рынок начинает терять уверенность в скором начале этого процесса со стороны ФРС. Вероятность повышения ставок к июню текущего года оценивается теперь участниками рынка в 51% по сравнению с 72% на конец 2014 года. Евро-доллар на этом фоне вчера умеренно снижался и, пройдя в ходе торгов чуть более 100 пунктов, зафиксировал закрытие сессии на ценовом уровне 1.1285. Кстати сказать, опубликованный текст заявления ФРС подтвердил пессимистичный настрой рынка, поскольку не содержал в себе никаких явных намеков на сроки повышения ставок. Вместо этого в нем сообщалось о том, что члены комитета занимают терпеливую позицию и следят за поступающей макроэкономической статистикой из США и других стран. При этом экономические условия могут потребовать дальнейшего сохранения целевой процентной ставки по федеральным активам ниже ее нормального уровня. Учитывая сложившуюся ситуацию, предполагаем в нашем прогнозе на четверг разворот и коррекционный подъем курса единой европейской валюты к целевым уровням 1.13, 1.1320, 1.1332, 1.1376 и, возможно, выше в направлении уровня 1.1386. Неспособность британского фунта в очередной раз пробить на вчерашних торгах уровень сопротивления 1.5220 и закрепиться над ним разочаровала быков и спровоцировала фиксацию прибыли по сделкам на покупку валюты. В результате восходящий импульс в ценовом движении пары фунт-доллар значительно ослаб, чем не приминули воспользоваться продавцы британского фунта. К тому же полное отсутствие экономической статистики из Великобритании, а также некоторое укрепление доллара стали дополнительными факторами, оказавшими негативное влияние на ценовую динамику пары. Фунт-доллар на этом фоне начал снижаться и к концу дня протестировал минимальный уровень на отметке 1.5130, вблизи которого и завершил сессию. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем завершение текущей коррекции, разворот и подъем курса британской валюты к целевым уровням 1.5162, 1.5176, 1.52 и 1.5218. На вчерашних торгах золото возобновило коррекционное снижение и к концу дня откатилось к уровню $1,270.53 за унцию. В результате понижение металла относительно его уровней сопротивления и поддержек изменилось, а ближайшее краткосрочное сопротивление для него проходит сейчас по уровню дневного разворота $1,288 за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх возобновит подъем металла к следующей цели $1,291.30, а затем
и к уровням 1297, 1304 и 1308 долларов за унцию. Ближайшая поддержка металла расположилась на ценовом уровне 1280 долларов. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение золота к целевым уровням 1277, 1271 и 1268 долларов за унцию. В нашем прогнозе по ценовой динамике золота на четверг предполагаем завершение снижения металла в ценовой зоне 1276.70, 1271.40, а далее разворот и возобновление подъема котировок к вышеназванным целевым уровням сопротивления. Серебро провело вчерашние торги в узком боковом диапазоне, практически не изменив положение металла относительно уровня его сопротивления и поддержки. Ближайшим краткосрочным сопротивлением для него остается уровень дневного разворота 18 долларов за унцию. Если возобновится движение наверх, это сопротивление будет пробито, металл может подняться выше к целевым уровням 18 долларов 15 центов и 18 долларов 45 центов за унцию. Ближайшая поддержка для серебра расположилась на ценовом уровне 18 долларов за унцию. Если котировки преодолеют, ее снижение продолжится далее к следующим целям 17.60, 17.50 и 17 долларов 30 центов за унцию. В нашем прогнозе по серебру на сегодня также предполагаем завершение снижения металла вблизи линии поддержки 233-дневной скользящей средней 17 долларов 75 центов, а затем разворот и подъем котировок к вышеназванным целевым уровням сопротивления.